Мусач, но очередной такой физический матч с удалением и с счастливым итогом. Как вот вы прокомментируете сегодняшнюю победу? Тяжелый матч. Очередной, в принципе, наверное, по-другому не бывает. Легкий матч. В принципе, и готовились к такому матчу. Понимали, что минут 60-70, что мы обговариваем, будет тяжелая, вязкая игра. Мало будет, наверное, какого-то футбола, учитывая то, что обе команды, да, находятся в тяжелой турнирной ситуации. Каждой команде нужны очки, и понимали, что игра такая, она будет. Забили быстрый гол. Конечно же, после гола то, что происходило, никому не понравилось, и мне это не понравилось. Отдали инициативу, соперник ее прибрал, выглядел, наверное, более целостными, чем мы. Во втором тайме немного встряхнулись, начали, наверное, более резче играть, да, более ментально, правильно, да, нам именно. Мы проседаем на сегодняшний день в ментальности. Это такой путь непростой, да, его надо долгое время, надо, чтобы мы не выпадали из таких игр. Да. Во втором тайме вроде бы чуть лучше, но опять же соперник имел ряд возможностей для взятия. Один из них завершился голом наши ворота. Я думаю, там мы опять ошиблись, нас за это наказали. В принципе, после этого и у нас были какие-то моменты, и соперник. Да, ну, опять очередное удаление, которое, знаете, ну, оно не должно быть, да, элементарное наше удаление. Ну, хорошо, что все закончилось, но опять же, это сегодня вечером так хорошо закончилось. Мы понимаем, что это так не может продолжаться, да, постоянно надо. Здесь, там, как тренеру, наверное, не в первую очередь определенные шаги предпринимать, да, чтобы мы до этого не доводили. Ну и плюс второй момент, учитывая то, что сегодняшнюю нашу заявку нам в Ярославле, во-первых, и тяжелая игра предстоит, и во-вторых, у нас, конечно, кадровый ресурс немного будет опять ограничен. Надо будет думать. Сегодня по разным причинам в матче не принимали участие Савичев, Хайрулов, Гаджибеков. Насколько вот то, о чем вы говорите сейчас, да, это вот в этом проблема? Ну да, у нас ресурса не было, да, для усиления игры. В какой-то мере, наверное, Палиенко и начал игру со скамейки, потому что понимали во втором тайме, когда игра разобьется на такие отрезки, нам нужен был один козырь какой-нибудь в кармане. И пришлось его оставлять, потому что если бы его не было бы, этого, я думаю, еще более проблематичнее было. А так он вышел, сделал несколько фолов, несколько обостряющих моментов, и один из его фолов, да, и привел в голову, поэтому думаю, наверное, значит, с этого правильно спланировали. Правильно, но опять же повторю, на предстоящую игру те потери, которые у нас присутствуют, в том числе и Митриша, да, который на больничном пока у нас находится, конечно, они для нас ощутимы. Но ситуация такая, как есть. У многих команд есть определенные проблемы, и мы не исключение. Здесь уже, наверное, наше мастерство тренерского штаба, как из этой ситуации более достойно выйти. Будем думать. Уже появилась шутка, что чай чуть ли не в большинстве нужно начинать матч, чтобы одерживать победу. Это шутка такая с привкусом горечи, наверное. Ну, конечно, да, это сейчас так вроде бы весело. Так, если посмотреть на это, конечно, это позитива не добавляет. Но с другой стороны, знаете, всегда, когда есть что-то плохое, в этом можно найти всегда хорошее. Как ты это видишь, да, с какой там, да, ты стороны на это смотришь. Конечно, это плохо, конечно, так это не должно быть, но с другой стороны, это о чем говорит, что как бы мы, да, там, может быть, невзрачно играя, да, мы выходим, добываем эти очки, да, и есть понимание, да, за счет чего? За счет того, что команды есть характер, то, что мы формируемся, да. Конечно, в этом нам надо еще добавлять. Но если с другой стороны посмотреть, мы в первых турах хорошо наиграли футбол, да. Мы играли
и там, и тут играли со всеми командами, поиграли и очутились без каких-то побед. Да. ФНЛ такой специфический чемпионат. Здесь игра на вытянутые руки, следующая игра идет, поэтому особенно в начале, да, надо проявлять характер, показывать свои зубы. И только так, наверное, сейчас для нас больше подходит то, что мы выгрызаем, да, какой-то результат. Хузин забил со штрафного. Когда он подходил к мячу, у вас какие мысли были? У нас есть группа людей, которые может, да, исполнять штрафные. В этом плане, как говорится, нам повезло, да, или как это повезло, можно сказать. Но есть у тебя в арсенале, когда люди могут пробить Кулик, Олейников, Хузин, Палиенко, да, они все обладают навыками, да, штрафных ударов. Поэтому здесь главное было, кто подойдет и возьмет на себя эту ответственность. Мы все знаем, да, Хоза хорошо пробивает, и до этого штрафной хороший пробил, здесь попал, доволен.